в прямом эфире задавали вопрос и говорили, что 20 миллионов человек боится, что Мухтар Абулязов придет к власти и будет, с учетом того, что он умнее, чем Токаев и Назарбаев, и будет воровать еще больше. Уважаемые друзья, у меня эти деньги были, миллиарды были. Я их заработал, я их потерял, пока боролся с этим режимом. И боролся, чтобы у нас страна была другая, чтобы мы не боялись ни России, ни Китая, чтобы были реально независимой страной. Вот за что я боролся. И вообще, что за народ, который 20 миллионов боится одного человека? Как народ может бояться одного человека? Или ждать спасения от одного человека? Вот что за народ 20-миллионный? 20 миллионов это гигантская сила. Ну, потом мы говорим, что мы строим парламентскую республику, когда депутатов выбирает народ, депутаты назначают премьер-министра и министра. То есть власть в руках парламента, а не у одного человека, как сейчас у Токаева, вчера у Назарбаева. Вот что мы строим. Надо просто это запомнить и понять. Парламентская республика не дает возможности ни одному человеку захватить власть. Никому абсолютно. Вот что мы хотим строить. Именно поэтому в январе прошлого года народ на площадях кричал «Шалкет, парламентская республика!» Потому что парламентская республика – это власть народа, а не одного человека. Надо избавиться от вот рабского мышления, что один человек пришел, сказал и все начало вот так действовать. Или один человек загнул 20 миллионов. Это абсолютно рабская психология. Мы должны от этого избавиться.